Опять затронем немножко еврейскую тему, потому что я обожаю еврейские анекдоты, в принципе. И вообще, как правило, еврейские анекдоты придумывают сами евреи, и они умеют смеяться над собой, как никто другой, пожалуй. Вот анекдот такой, значит, 22 июня 41 год, евреи и украинец на берегу Днепра в Киеве ловят рыбу. И вдруг там, значит, репродуктор говорит: сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Евреи говорят: боже мой, война. Сейчас накатятся эти проблемы, эти заботы. Это же мне надо, значит, жену отправлять в Ташкент как-то со всей семьей. Значит, со всеми детьми всех надо. Потом надо заказать контейнер, чтобы отправили мебель. Туда все, что у нас есть. Потом надо, значит, как-то уже потом самому выбираться в этот Ташкент, как-то найти какую-нибудь маленькую овощную базу. Надо же где-то работать, это же война. Это же не шутки, как это все? Да, украинец говорит: да, это война, конечно, это ж такие проблемы. Говорит: оставьте, какие у вас проблемы, взял винтовку и на фронт. Какой ужас. Какие ужасные анекдоты.